Ну, а соревнования продолжает Захра Агамирова из Азербайджана. Появляется и в финалах топ-турниров, в том числе и на чемпионате Европы выступала, если я не ошибаюсь, в двух финалах, да, с Обручем и с Буланами. Поэтому я думаю, что азербайджанские болельщики должны быть рады за свою гимнастику, но не обошлось здесь тоже без потери, которая только что была на наших экранах. Пока, к сожалению, теряют очень многие спортсменки. Но тем временем еще